18 августа 2020 год, Харьков. Самая тонюсенькая луна, которую мне доводилось снимать, еле различима. Еле-еле различима. На фоне проводов видно движение ее. Поднимается над горизонтом. В комментариях вчера написали, ждем красавицу луну, но дождались. От луны один смайлик. Совсем-совсем малюсенькая. Он сейчас еще и за облачками скроется. Ну, увеличивать смысла нет, никаких кратеров, никаких подробностей увидеть не получится. Глянем сейчас на Венеру. И на том все с небесными светилами. Автоматические настройки, поэтому Венера. Фазу, конечно, ну да, даже интересно нет. Пересвечена явно. 110 миллионов километров за Венеру. августа 2020 год, Харьков, 5 утра, Паки.